привет! Сегодня мы будем играть песню группа Иртлинг, песня Линкс 2-3-4. А значит, сейчас... Играем, значит, шестая струна открытая два раза. Дальше играют три струны, шестая, пятая, третья. А шестая струна открытая, а пятая, четвертая, второй лад. Это, в общем, вот так. Открытый, открытый лад. Аккорд открытый. Играем вот три раза. А дальше переход. Значит, шестая струна, третий лад, пятая и четвертая, пятый лад. Дальше шестая струна, пятый лад, седьмой лад, пятая и четвертая струна. И в конце, значит, шестой лад, шестая струна, восьмой лад, пятая и четвертая струна. Играем так, значит, три раза. А четвертый раз, значит, играем точно так же вот. Ну а дальше вот не так. Дальше играем вот так. Четыре раза играет только этот аккорд, который в конце был, где мы играли вот так. Там, значит, седьмой лад, шестая струна и девятый лад, то есть не восьмой лад, девятый. Играет вот эти струны. Пятая. Пятая, да и четвертая струна. Это аккорд. И вот так вот мы играем все время практически. Ну вот в куплетах там играет только бас-гитара. А гитара там играет во вступлении и в припеве, например. В общем, играем вот так все время. Дальше те же самые переходы. В общем, переходов больше нет. Ну, играем это все время. На этом все. Удачи.